Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Совпачи Дрю и Фэвити. Кстати говоря, нет, мы просто поменяли ники. Ну, короче, понимаете. Ребят, почему вы сейчас стали отписываться, некоторые наши подписчики стали отписываться из-за того, что, ребят, почему не выходят ролики с Фэвити, ну, то есть Туби со мной и с Совпачи Дрю? Да. Почему с ним тоже не выходит? Сейчас объясню, ребят, что произошло. Сейчас понедельник, как мы и договаривались. Смотрите, ребят, мы попробуем сегодня с Сеней записать ролик. Ну, мы не обещаем, сразу говорим. Почему не выходили эти двое выходных и в пятницу? Почему? Потому что у Сени был интернет, у меня его не было, так как я уехал в деревню, во-первых. А во-вторых, у меня дома был, скажем так, маленький ремонт. У нас дома отключили интернет, из-за чего мы не могли сказать вообще канал, не то что записывать ролики. Я писал Сене, звонил ему, он говорит, что такое у тебя случилось, что ролики не записываешь, ты же обещал вместе. У нас вдвоем не получилось, Сень, ты знаешь, правильно? Ну да. У нас не получилось, так как у меня не было интернета. А потом я приехал, и Сеня рассказал историю. Ребят, просим сейчас вас не отписываться. И как бы принять сочувствие и понимать то, что, ребят, да, понимаем плохо, но... Просто понимаете, друзья, может быть, он куда-то уехал, например, на месяц, а как тогда я буду снимать с ним ролики совместно, если, например, у него дела и все такое. Поэтому, друзья, я понимаю то, что вы хотите ролики с Фэвити, но если вы хотите, то набирайте больше активности лайков, и мы будем стараться выпускать больше совместных роликов. Так, и, ребят, кроме того, хочу объяснить, ребят, пожалуйста, реально не отписывайтесь, потому что, поймите правильно, у каждого своя жизнь, как бы, я ничего не хочу вас обидеть, ребят, ну, просто у каждого своя личная жизнь. Я понимаю, если мы были бы братьями, там, мы могли бы, окей, снимать ролики, но мы же не братья, поэтому мы просто друзья, ну, лучшие, ну, не знаю, как сказать, лучший друг будет один, хотя нет, для меня лучшие друзья, это много человек, а для тебя... Ну, для меня это как бы много друзей, нельзя сказать, что человек один. Дело не в этом, кто друг. Просто, понимаете, у каждого личная жизнь. То есть... У каждого другие родители, другие, блин, родственники, другие дела, обязанности, все такое. Когда мы можем, друзья, мы будем записывать ролики. Мы будем с вами, я вам отвечаю, мы будем постоянно записывать ролики, побудем. Ну, именно с понедельника по пятницу всегда, да? Ну, я думаю, да, в принципе. Постоянно. Ребят, сразу говорю, я попробую завтра уже пересоздать канал, так как я вот недавно на выходных пытался, да. У меня просто не да, было. Да, друзья, интернета. Еще сейчас я создам канал Project World, и, друзья, еще подпишитесь, пожалуйста, на канал Project World. Да. Проект Мир, это наш, друзья, совместный канал с Игорем, ну, с Фэвити. Ну, короче, его имя вы еще запалили в первом ролике, поэтому, потому что он там сказал Игоря. Вот, друзья, поэтому... Да. Ребят, спасибо большое за поддержку, все же, что иногда... За просмотр. Все... Если вы этого хотите, вот реально, вы отписываетесь, ну, я именно не для всех, я именно для некоторых. Нам, наоборот, печальнее становится, и мы думаем, может, нам вообще тогда удалить канал. Вот вы... Мы не из-за вас, просто нам обидно, когда вы, как бы, понимаете, вы удаляете. Просто понимаете, друзья, помните, когда у меня был старый канал, на котором было тоже 200 подписчиков? Я просыпаюсь утром и смотрю, там, столько людей отписались... И такой, вот зачем я делал конкурс на... Я делал конкурс на аккаунт Brawl Stars, как вы знаете, там победитель выиграл, типа, столько отписались потом после конкурса. Вот, друзья, а смысл вам отписываться? Вы понимаете, то, что у меня будет еще много конкурсов. Не расстраивайтесь, если вы в первом не выиграли, вы потом выиграете, друзья. У меня и так активности на конкурсах не очень много. Ну, там турнир был на аккаунт, короче, блин, там, с эпиками. Вот. И потом мне... Чувак отдал, тебе сказал, ну, русский код. Он сказал, типа, на тебе аккаунт, мне не нужно, разыграй. Я разыграл, мало участвовал человек, я не смогу выделить победителя. Сейчас разыгрываю, теперь будут конкурсы. Поэтому... Конкурсы будут с Фэвити, он будет лично поздравлять всех, я тоже буду поздравлять. Да, ребят. И вообще, я думаю, знаете, как сделать, друзья? Я поделю этот аккаунт, возможно, с Игорем, и он будет тоже свои ролики записывать, хотя, вот... Но да, это как бы пытаюсь. Будет, ну, может быть, так будет. Вот. Попробуем хотя бы, просто попробуем, да. Ну, друзья, подписывайтесь на канал Project World. Это там мы будем снимать влоги совместные. Влоги именно когда будем снимать? Я думаю, мы будем снимать в основном по будням, просто в выходные. Я опять же, как я говорил, уезжаю иногда. Как будет получаться, я буду оставаться иногда и буду записывать вместе с Сеней ролики. Да. Так что, ребят, спасибо еще раз большое за поддержку. Примите это видео как знак благодарности к вам и понимания. И... Спасибо вам всем за просмотр, всем удачи и всем пока!